районе Дебальцево украинские силовики открывают огонь по всему. Для них цель – это все живое, ополченцы, журналисты, сотрудники ОБСЕ. Видя человека, машину сразу без разбора начинают стрелять. Мы обращаемся к журналистам, сотрудникам международных организаций соблюдать в этом районе предельную осторожность. Никаких гарантий безопасности мы там предоставить не можем. А этим нацистам из добровольческих батальонов убить кого-нибудь на нашей стороне – удовольствие. Сами они, это тоже говорит о многом, прикрываются мирными жителями. Также они наверняка хотят прикрываться и сотрудниками ОБСЕ. Еще раз повторяю, обращаясь к тем, кто находится в котле, и их горе-начальникам, сидящим в киевских кабинетах. Оставляйте оружие, уходите домой. У меня все. Эдуард Александрович, у вас сегодня список санкционных ЕС, если вы сильно будете стучать по европейскому фронту? Я, в принципе, многим международным агентствам, которые мне звонили с этим вопросом, отвечал так, я обиделся, потому что мне не дали уголовную статью, меня били политическим заключенным, и я не смогу попасть в их тюрьму и посмотреть, в каких условиях там они содержатся. Что стало основанием для вашего вот этого заявления? Та ситуация, которая творится вокруг Дебальцева. А был случай обстрела машины в ОБСЕ? Нет, мне об этом неизвестно, о том, что был такой именно случай. Но вы знаете о том, что летом и осенью такие случаи были, они происходили в Донецке. После того, когда они обращались к нам и не услышав наш ответ, что мы не можем гарантировать в каких-то районах безопасность, они выезжали по собственной инициативе и попадали под обстрел. Они потом это выкладывали в видео, они делали отчет об этом, заявляли, поэтому... Если бы это было, я думаю, он об этом бы знал. Но вокруг сейчас миссии ОБСЕ в последнее время распространяется очень много слухов.